Да почему у меня ноги вот так вот становятся, как будто я такой, я иду куда-то. А вот здесь нет, я буду хикать. Пожалуйста, не надо, не заходи. Так, 9 плюс 10, это 21. Я знал. Я не хочу быть кикнутым, я не хочу быть кикнутым. А знаете, в чем прикол? Если вы пройдете, то все равно кикнут. Йотрбобчелики, мы сегодня вновь в Тролл Обби и просто надеемся закончить это избиение. Вот смотрите, конец уже там, конец уже близко. Там, ну Йоши, секундочку, сколько уровней было в Тролл Обби, когда мы в прошлый раз его пытались пройти? Слушай, да я не помню, а можно мы уже пойдем? Да, пожалуйста, можно мы уже забучим. Отдохну, если вы не против. Прикольно. О! А чё перекинуло? А, там нельзя так ждать? Не знаю. А, слушай, да, похоже. Смотри, я так прыгаю. Да, так, хорошо. Слушай, я не помню, но а ты хочешь сказать, добавили уровни или что? Я вообще-то вроде не вижу. Именно так и есть. Да ладно! Я точно помню, что их было 275 или 290... 367, ребят, нас вообще затроллили. Да... Все, я... Как выйти? А можно мы запишем что-нибудь другое? Пожалуйста. А чё нас тянут? Куда нас тянут? Непонятно. Да пусть тянут, но чё-то не это. Чё-то не тянется, да? И почему эта светяшка не убивает? Ага. А ты как это прошла? Я села и поехала. А как? Прикольно, ребят. Жесть. Это прикольная тема. А как ну вы сели-то? Я к Еве еду. А как вы эту тему сделали? Я просто как-то прыгнул и получилось само собой. Ой, ой. А тут как это? Может, куда-то сюда? Ладно, не сюда. Так, куда еще можно? Ева? Непонятно. Нет, я не думаю. Так. А что же делать? Что же делать? Как же быть? А ребята, вы там как? Прыгаете? Я могу сесть! Еду. Я почему-то не могу сесть! Меня не садится! Смотри, ползут. Я не могу почти сесть. Почти ползут, ползунье. Ну, давайте, чё вы. Нам еще соточка уровней, ребят. Вы приготовились вообще к этому всему делу или нет? Как вы садитесь? Ладно, короче, прыгай и получится сесть. Как? Слышь, Ульян, ты чё? Что было-то? Вот так вот. Как это? А как это? Что? Блин, Ульяна, ты, конечно, вообще, блин, проходитель от бога. Да no в смысле? Ладно, я скипаю. Я реально скипнула, потому что меня не садили. Да ладно, да Да меня не сажали, я очень долго. А тут что делать? А тут слева, короче, просто. Так, давай я покажу. А, все, не показывать, ну все. А там дальше нет троллинга, вообще никакого троллинга. Просто шок. Хотя, знаешь что, я вот посмотрю все равно вниз. И с этой стороны реально нет троллинга, надо же. А я думал, что это подвох какой-то все равно есть. А что тут у нас? Вот с этой прыгать. А что это? Ага. Ну ладно. Ладно. Спасибо. Тут по черненьким. Ау, это было больно. Аккуратно. Хорошо. Оп. Приятно. А это новогодний уровень, судя по всему, да? Ага. Че, а что, по зеленым? Не понял, а куда идти-то? По зеленым? А, по зеленым? А я пробовала по зеленым. Ау. А как здесь на зеленую аккуратно прыгнуть? Это ж не получается. Может, на красную? Ну, на Нет, может, на черную. Ну в чем проблема? Ну дайте я перепрыгну. Что, Ульяна, как? А там как-то с краешку на зелененькую нужно перепрыгивать и все. Да хватит, мне больно, реально. Ну, Новый год к нам мчится. Пожалуйста, хватит, я хочу выжить хоть разочек. А, да, и тут, кстати, перечеркнутый 2020 год. О, ну вот, мы теперь знаем, когда это было. 20-й еще. Ну да. То есть, подождите, мы начали проходить это все дело. Ну, да, сейчас 21-й. Да, Ульян, да, так и есть. Немножко годом ранее я живу, да. Ай-яй-яй, ну хватит, блин, ну я устал. А, я нашла, ребята. А ой, как пока. Я прошла? Я прошла просто так, Ульяна, на зелененькие. Капец ты. Там по красненькой, если что. Где? А, ой, по красненькой. А, перечеркнутый 20-й год, я понимаю прекрасно. Ага. Хорошо. Так, а здесь черная светяшка с каждым разом все больше и больше становится, я правильно понимаю? Да. Хватит, пожалуйста. Ульяна, ты перепрыгнула там эту штуку или нет? Последнее, блин, либо там на черную нужно, либо да я не почему знаю. У меня ноги вот так вот становятся, как будто я такой, я иду куда-то. Куда ты идешь, Йоши, маленький? Объяснись. Вот смотрите. Ладно, нет.
Вот это что такое, я спрашиваю? Зачем? Ну что, как мне... Шпагат, тренируешь растяжку, очень полезно. Пожалуйста, пожалуйста, я не хочу! Не, вот последний, это вообще какая-то фигня, честно говоря. Блин, там Ева... Там никак, там никак, просто не перепрыгнешь. Капец. Значит, там какой-то троллинг, ребят. А может быть, вот я думаю, на черненькую может быть там. Нет, там черненькую. Да, ребят! Да? Если еще раз персонаж решит ноги свои сделать вот так. Вы не видите, ну вы поняли. Вот так. Ладно, вы не поняли, вы не видите. Ну вы поняли, вот сейчас покажу. Вот, смотрите, да что ты делай так. Вот так! Я буду прям люто осуждать. Зачем ты так делаешь? Ты вообще нормальный? Не делай так. Не делай так. Ой, там дальше тоже один очень невероятно забавный уровень. Вот Ульяна тоже уже поняла. Вообще, капец. Еще один раз, и я скипаю. Меня это достало. Или скип дальше понадобится, ребят? Нет, дальше пока не понадобится. Доминошка? Ага. О, подожди, я такую недавно где-то видел в обби каком-то. А это что такое? Блин. Ты, кстати, волосы потеряла. Это у Ульяны было. Оп. Да... В чем проблема? За что меня так, блин? Просто, а вот тут, а, угадал. Здесь угадал. Так, угадал. Ага, ага, спокойно. Ладно, у тебя там нормально все? Все хорошо? Ага. Ребят, о, если вы не понимаете, что происходит, то чтобы идти вперед, нужно нажимать назад и наоборот. Да, да. Лево равно вправо, ау. Да, ладно, там тоже разворачивай. Ага. Так, а что, а вы уже прошли дальше, что ли, или что вы там? Ну, да, но там такой сюрприз ожидает. Сюрприз. Насколько приятно? Да отстань! Очень неприятный. Вот так вот, просто готовьтесь. О, слушайте. Да что? Я прошла. Ну, я, честно говоря, просто зажимала другую клавишу и прыгала на предыдущую, и потом уже понимала, что дальше как. А я нет, я на краешек остановилась и немножко проверяла. А тут плохая надпись, очень плохая надпись. Очень. О, да хватит. Так, ладно, аккуратненько, лишь бы ноги только не уходили по своим делам делишкам. Я не хочу быть кикнутым, я не хочу быть кикнутым, я не хочу быть кикнутым. А знаете, в чем прикол? Если вы пройдете, то вас все равно кикнут. Нет, да в смысле? Да я же не касался. А, ясно, ясно. Не надо было перепрыгивать две последние. Иди сам проходи свои обби. А раньше нельзя было сказать? Я с тобой полностью согласен. Можно было сообщить и пораньше. Я надеюсь, сейчас не будет какой-то нелепой ошибки. У меня я была. Такой, типа, была, да? Слушайте, а так. Я допрыгнула, кстати, и меня все равно убило. Ну, точнее, кикнуло. Подождите, а куда? Последние две не надо перепрыгивать. Вот, то есть... вот, вот эти, вот, вот. То есть я прыгаю и... Ха! О, да! Так, а что у нас здесь? А, понял. Тут понял. А как жить тут? Как дышать? Подскажите. Ребят, я даже не вижу, что я делаю. Вы осознаете вообще? Жесть. Это ужасно. Как вам, ребят? Ну-ка. Оп! Все, легко. Так, это уровень, который удалили год или два назад, и он такой, да добавлю-ка я снова. А что такое? А что ты хочешь вообще, чел? О! А, 5 часов. 5 часов. Ау! 5 часов, короче, ачивка то, что мы играем 5 часов уже. Ого. В общей сложности. Так, не касаться травы. Окей, я готов. А, и все? Это все? Это типа в этом троллинг? Ну, это слабо как-то. Так ее... А, ну можно так, немножко касаться, только не сильно. А можно не вчитываться сильно. Здесь? Давайте я просто нубитроллер. Уху! Нубитроллер, ребят. Ульяна, не хочешь попробовать? Троллер? Ха-ха. Ага. Минутку. Можно и так, и так. Ясно, окей. Хорошо, можно круги наматывать, так. Ага. Веселый факт. Если ты в начале уровня напишешь веселый факт, то люди, в общем, будут останавливаться и читать. Так, найди настоящий чекпоинт успехов тебе. Вот этот, может быть, смотрите, я видел вот этот вроде бы. Нет? Ну-ка, смотри. Знаете, что мне подсказывает? Ау, нет, боже. Так, может вот этот? Да хватит, эй, хватит. Ребят, ну давайте, давайте. Давайте, погнали. Чё, давайте разделяться. Давайте. Давайте. Хотя, мне кажется, тут как-то что-то, ну, какой-то подвох. Хотя не факт. Да, да, есть, есть наверняка подвох. Ребят, ребята, у кого-то есть бесплатный скип? Ну да. 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 Так мы узнаем, какой чекпоинт. А, ха. Вот. Ну, это ладно. Было хитро.
Но теперь у Евы нет скипа. Ничего страшного. У меня тоже кстати, нет тут скипа. Стрелочки нету на вот этом чекпоинте. Ну, теперь да, нет, да. Когда мы зачекпоинтили. А, ой. Тогда ладно. Так, 9 плюс 10, это 21. Я знал. Я нет, я так не хочу, мне так не нравится. Так, мне не хочется идти вот сюда, вот в эту левую часть, потому что... Блин. Потому, так. Ёши, ну это придется здесь принципами пожертвовать. Ну да, вообще да, вообще так и написано. Ау. Ну я на первую прыгнул, ау. Да. На первую якобы получается, а потом... Нет, не получается. А если вот так просто идти? Нет. А вот так вот если идти? Тоже нет. Не получается же, да? Ну я прошел несколько, ладно, ребят. Так, я считаю, что надо просто фрискипнуть, все, готово. Блин, а у некоторых его нету. Он оставил прикольную картиночку, говорит, я после того, как сделал этот уровень, стонкс. Просто да, на его группу явно подписались, потому что за подписку на его группу в Роблоксе дают пропустить этот уровень, или в принципе один скип дарят, наверное, да? Я правильно понимаю? Не знаю, нет, по-моему, этот уровень, тут же надо написать что-то именно в чат. Ау. Так, а что такое? Это что такое? Ой. Я знаю, как тут, смотри, от себя и посмотри на себя, вот, в общем, и там будет видно, куда идти. Так, от себя посмотри на себя. А, в этом смысле? Да. О, да, боссики. Это сложно. Да, сложно и круто, что ты заметил вообще. Ау! Аккуратненько, как аккуратненько дойти до сюда? Блин, как это мне не нравится. Так, а что это за болото у вас тут такое чернильное? Да издевательство вам какое-то. Вам лучше не знать, ребят, вам лучше не знать. Это отвратительно. А как понять? А где подсказка? А вот смотри. У Лены рассказывала, да, там надо под ноги смотреть. Мы такое уже делали, кстати. О, боже. Кстати. Пожалуйста, только я не хочу встречать здесь светяшку, а тут, ага, вот так, и все. Ребят, это очень сложная фигня, и я, честно, каждый раз жалею о том, что я прихожу в это обе, и вас зову тоже. Прыжок, все. Ой, боже, а здесь просто на удачу. У нас уже был такой уровень, где просто надо было на удачу куда-то дубасить. И вот как, ага, минус. Ну ничего, в следующий раз повезет. Угу. Ну ничего, в следующий раз повезет, я думаю, ага. Удача, удача на моей стороне или нет? О, да вы видели, этот кубик просто за мной летает. Это просто кошмар какой-то. Ну вы не видели, но ребята, которые смотрят сейчас видео, они видели. Пожалуйста, уйди отсюда, спасибо. Пожалуйста, спасибо. Не прикасайся ко мне, я запрещаю тебя. Ха. Фух. А он говорит, спасибо огромное за 50 миллионов визитов. Ну, в смысле, типа, заходов в игру. На здоровье, там от меня уже, наверное, 4 сотни только. Ладно, нет. Ну, хотя, знаете, он заставил меня немножко поперезаходить, потому что, ну, были кики. Кики. Короче, были вот эти вот кики, да, были баны и все вот такое. Так, секретный бейдж. Я пока вы там проходите, заберу бейдж. Ладно. Плюс один заход в игру от меня, видимо. Я не выдержала. Конечно, ты, говорит, снова кикнут. Это тролл-лобби и... Так, но бейдж я тоже получил. Ну ладно, я не против тогда. А в чем прикол предыдущего уровня? Я его просто прошла. Значит, ты очень везучая. Там написано, типа, ага. На везение. А вот здесь нет, я буду хикать. Пожалуйста, не надо. Я хочу бейдж. Ну ладно, иди. Всего хорошего. Очень весело. Всего хорошего тебе. Так, Black, что Black? А что Black, простите? А, подождите, а здесь есть Black мод или нет? Есть. Да, Dark мод есть. Так, и что? Блин, по краешку иди. А что случилось? Ну, я не знаю, чё, в чем прикол. Слушайте, а что значит, ну и что? Ну и что это с черным связано? Я думал, типа, то, что нужно включить Dark мод. И это, в принципе, вполне себе логично, я так считаю. Но ничего не помогло. Хотя, может, давайте я просто включу Dark мод и попробую... Не, Ёши. Все правильно. А, нет? В смысле? Нет. А что, в чем прикол? Просто наверх смотреть. А я с дарк-модом хожу и прохожу. Блин, зачем я это сделал? Ладно, без разницы. А тут что у нас? А, ну, вот мне вот кажется, тут? Я зря сюда пошла, конечно. Чего? Почему ты так думаешь? Ау! Так, вот здесь аккуратненько. Просто вжимаемся в стеночку.
Здесь тоже есть такая штука или нет? Да, там ага, дальше, да. Так, аккуратненько. Оп, прыжочек. Блин, а здесь неудобно, неприятно. Пожалуйста, можно это кончиться когда-нибудь? А здесь нет, да, типа этого? Да, пока нет. Они сейчас будут ловить нас на том, что мы такие, типа, я знаю. Да нет, наверное, здесь ничего. Ну, вот, Ёши, маленькая-маленькая штучка. Ах ты, маленькая штучка. Там дальше зебра. Ёши, там еще, там сейчас будет, осторожно. О боже, там сейчас вижу, осторожно, спасибо большое. Боже, как некомфортно, как некомфортно. Как-то, как будто клаустрофобия, да? Вообще, как будто тебя зажали в маленьком пространстве, где есть много светяшек. Так, надеюсь, это не светяшка, но тем не менее, ладно, так, а что это у нас? А, все? А, это типа все? Там предпоследний убивает. Мы вышли. А, я думала, вы... Ну, где-то, да, вот тут. А что делать? Как быть? Не знаю, может, на воздух прыгать. Ага. А, подожди. Ай, пяточка. Пяточка, носочек готова. Слушайте, а мы довольно долго уже, мне кажется, в обе и прошли с 260, если мне не изменяет память... пятого, с 265-го, наверное, или около того, до 294-го. Это прям, ну, очень жестко. Так, Ева пошла ну, уже, Ева пока уже пошла. Мы Ева не там хочет, не видимо, заканчивать. Там не опа, тихо. Да. А, ну... не наступайте. Блин, мне послышалось, наступайте. На чекпоинт не наступать? Да не чекпоинт. Да, это не чекпоинт. О, обманщики. Ладно, не верь ему, он троллит тебя. Так, окей, здесь все нормально. Так, Ева такая просто, ну ладно. Так, может быть... А, все. Так, понял. Ребят, вот так, смотрите. А, там снизу видно. Показываю вам приколдесы. Приколдесы, да. Ах ты наглец. Ах ты ж наглец. Ребят, там где-то он заставляет вас поверить, что... Да, нельзя. Так, а тут? А, просто прямо, да? Просто прямо. Спасибо, а тут? А тут, видимо, никак. А что, может быть... Быть может, я даже и не знаю, может, вот так, как в прошлый раз? Да нет, вроде. Ульян, нужна твоя помощь, срочно. Я бегу. Давай. Так, ребят, все, это слишком сложно на сегодня, я думаю, надо заканчивать. Мы думали, что мы сегодня все пройдем, дойдем до 300-го, а это не конец, оказывается, все. Если это не конец, на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте, и всем пока. Пока.